назад, сегодня в Альдвире на Героях Труда. Здесь презентация летних коктейлей. Манящие, освежающие, невероятные. Конечно же, все разговоры сегодня о них. Но для меня самое главное – это бар. У нас сегодня фестиваль коктейлей. Мы презентуем летние коктейли. Вот, я их еще не пробовал, потому что я с тобой должен поговорить, а потом я сразу же иду на бар и пробую наши все летние предложения. И мы увидимся через неделю на дне рождения нашем. А мне можно коктейли попробовать? Конечно, нет. Но это было сказано на камеру просто. Знаете, что будет в этих коктейлях? Конечно. Мы подготовили очень эксклюзивную, очень интересную коктейльную карту. Есть как алкогольные коктейли, как безалкогольные коктейли. Настолько эксклюзивные миксы, что в вашей голове это просто даже не может сложиться в пазл. Кукуруза и абсент? Почти. Базилик и мороженое. Как у человека абсолютно не пьющего, ты дегустировал коктейли? Да, да. И как тебе? Хорошо отмывает тело. Лучше всего мне понравилось смузи. Оно как со скрабом чуть-чуть получается. Оно, помимо того, что обезжиривает, еще неплохо удаляет грязь. После картохи у меня на шее немножко, я одел белую рубашку, и там прям черное было. Смузи потер с грушевым. У груши есть косточка такая хорошая. Она когда дробится, оно хорошо как скраб получается. Лучше всего. Мохито приятный, потому что там лед, льда много, и он хорошо освежает кожу. Когда девочки вчетвером собираются, они всегда думают, что они похожи на сериал «Секс и город». Возможно. С кем у вас тогда сегодня будет секс? Лучшая подруга – это такая вещь, вы знаете. Шампусик в пятницу очень хорошо идет. У вас вдвоем шампусик, а у вас коктейли. У кого секс, у того и шампусик. Рассказывайте самое порочное, что у вас есть, потому что мы такая программа. Самое порочное, что у нас в группе происходит? Кто-то друг с другом целуется по пьяни. Вообще-то у нас мужская группа, нет, такого не бывает, к сожалению. Коктейль мне предложили. Смотрите, что-то освежающее, что-то на апероле, что-то итальянское, что-то с кислинкой, но есть немножко сладости и все остальное. И это все со льдом. Сегодня презентация летних коктейлей. Что вы предпочитаете пить летом? Чего уж врать, пиво. Так, в принципе, к алкоголю не очень положительно отношусь, поэтому стараюсь лишний раз не выпивать. Сколько вам лет? Мне 22. 22, и вы уже в этом возрасте отказались от алкоголя? Да, слишком, наверное, много я уже выпил. Шок, я не знаю, о чем с вами планы на лето? Поднять уровень Альдбира аниматорством летом, на более высокий уровень, потому что я слышал, что люди приходят смотреть только на аниматоров. Слышала, ты свою актерскую школу открыл. Как там у тебя? Неплохо, стендаперская актерская школа, да. Прикольно, мы впихиваем рекламу в... 30 секунд. Да, как все круто нарежется потом. Что будет день рождения, но я не знала, что будет происходить. Знаю, будет что-то связанное с цирком. Расскажи, да. Почему вот на это пал выбор?
У нас будет винтажный цирк, потому что это ярко, весело, запоминающееся. Актеров очень много нужно приглашать для этого. А мы же любим делать все масштабно. Будет также презентация нового сорта пива. А я знаю, что знаю про цирк. Что? Кто в армии служил, то в цирке не смеется. Да, я знаю, что клоун — это самые грустные люди.